Это к слову о том, что Москву откапывают. Посмотрите, по 8 метров идет планирование неровности рельефа. Москву не откапывают, Москву закапывают. Ребята, всем привет. Сегодня мой второй день нахождения в городе Москва. И сегодня вместе с Данилой Дигером мы будем спускаться в московское подземелье и узнаем то, о чем москвичи даже не догадываются. Так вот, лучший диггер города Москвы сегодня будет у нас в гостях. Зовут этого парня Данила. Вон он идет впереди меня. Сейчас пройдем через кладбище, кладбище древнее, и окажемся в прекрасном суицидальном местечке. Ну а потом отправимся в коллектор штурмовать подземные водопады. Это Даниловское кладбище, я Данила. Пойдем под землю. Да, кстати, кто не видел предыдущее видео, то это Данила. Вообще, это кладбище очень интересное. Считается, что оно было открыто в 18 веке во время чумной эпидемии. В Москве есть чумные кладбища. Здесь была похоронена первоначально Матрона Московская. О. А потом уже ее мощи перенесли в монастырь. Но все дело в том, что кладбище-то Даниловское, и здесь рядом Даниловский монастырь. И вот мы сегодня пойдем в речку, которая называется Чура. А сразу вспоминаются такие выражения: чураться чего-то, значит, чего-то сторониться. Ага. Через чур, через край, через границу. Да-да. Чур меня, то есть человек будто бы какую-то мысленную черту, границу проводит. Так вот, когда-то слово чур или чура как раз обозначало край, рубеж или границу. И вот эта речка, куда мы сегодня пойдем, она уже в коллекторе, была границей земель Даниловского монастыря. Поэтому вполне вероятно, что кладбище это было еще в 14-15 веке вынесено границей земель Даниловского монастыря, а потом уже впоследствии перестали захоранивать на этом кладбище, и когда в 18 веке потребовались новые территории для захоронений во время эпидемии чумы, здесь возобновили захоронения. И все это внутри третьего транспортного кольца. Вот когда здесь оказываешься, кажется, что ты в Подмосковье где-то. Но нет. Москва же вообще по радиально-кольцевому принципу строилась. Как раз Боровицкий холм 12 века, Неглинка-Москва-река. Потом образовывались посады, появлялись дополнительные оборонительные стены. И вдоль этих стен существовали проезды. Потом уже впоследствии стены разрушали, делали дороги. И таким образом получилось, что как раз у нас кольцевые магистрали идут по линии старых дорог. Бульварное кольцо – это стена Белого города. Садовое кольцо – это земляной вал, тоже был насыпан в конце 16 века. Третье транспортное кольцо идет по границам Камер-Калежского вала. Это вот оно, да? Да, Камер-Калежский вал. При Петре он был устроен, оборонительный. Это была граница города, граница Москвы. Ну вот, наши речки. Это Чура, вот она, Чура, да? Чура из-под земли вытекает. И Кровянка. Ну, Кровянка такое название получила примерно в 30-е годы 18 века. В Москве есть станции метро и район Чистые пруды. Так вот, Чистые пруды назывались когда-то Поганой лужей. Потому что в петровское время были бойни возле этих водоемов, канализации не было в Москве, и отходы с бойн сливались в ближайшие водоемы. Вода там была поганая по своему качеству, по своему запаху. И вот в 1699 году Александр Данилович Меньшиков, да, кстати, какие еще напоминания есть, Мясницкая улица, мясом торговали рядом с бойнями. Поскольку дорога лежала от Кремля в немецкую слободу, Александр Данилович Меньшиков решает перенести бойни, чтобы иностранцы не видели всей этой антисанитарии. И бойни переносятся на современную площадь Гагарина, где теперь метро Ленинский проспект. Ну, тогда это за границами города было. То есть на берег вот этой небольшой речушки, которая текла тогда не в облагороженном русле. Она и называлась Кровянка, потому что сюда кровь с бойни попадала. Да. Так, значит, смотри, какой план. Это Кровянка, это Чура. Да, мы сейчас прогуляемся сначала по берегу Кровянки. Угу. Я тебе покажу трубу, откуда вода вытекает, а потом мы к этой трубе подойдем из-под земли. Угу. Это вот тоже на тему того, как предметы могут с разных сторон выглядеть по-другому. Ну, то есть, когда ты трубу видишь, кажется, ну, что там вообще ничего нету, потому что там быть ничего не может. Но на самом деле это неверно. Вот труба, из которой вытекает речка Кровянка. Дальше некоторое время она течет в открытом русле, а там вот
вытекает из-под земли. Ну, кажется, что за этой трубой, в принципе, вообще ничего интересного быть не может, потому что труба маленькая и до половины заполненная водой. Ну да. И вот потом мы подойдем к этой трубе, но из-под земли, и ты увидишь, какие там подземные пространства. Ну, вообще-то, если заморочиться и не бояться промокнуть и полезть в эту трубу, то через 5 метров, через 6 метров вылезешь в большой магистральный коллектор, и дальше можно будет идти прямо под землей до Воробьева города, смотровой площадки. Ну вот, ребята, собственно говоря, надземная часть нашей экскурсии подошла к концу. Сейчас начинается подземная. Сейчас с Данилой мы переодеваемся и направляемся вон туда, вон в те ворота. Врата в подземелье города Москвы. Ну, вообще это даже называется водовыпускной оголовок по-инженерному. Или портал, что обозначает переход подземного участка в наземный участок. Портал тоннеля метро, транспортного. Здесь подальше от берега шагай. Берега сетки рабицей укреплены. В ней крючки закрыты. Вода холодная, а? Не, вода отличная. Во-первых, Чура. Это речка такая ласковая и самая любимая моя. Матушка моя. Чаще всего в интернете можно прочитать, что под землей крысы-мутанты и метан – это то, что следует опасаться незадачливому начинающему диггеру. Что касается метана – чистая правда. Вот под ногами чувствуется ил, потом летом ливни начнутся, весь ил отсюда вымоет из коллектора. А сейчас в иле происходит гниение органики. Вот смотри, я наступаю, видишь, пузыри кверху поднимаются. Да, да. Вот это и есть метан. Но за счет того, что здесь очень хорошая воздушная тяга из-за разницы температур, то концентрация метана не повышается. Там что-то шумит впереди, как будто водопад какой-то. Да, сейчас будет разметка коллекторов. И мы сначала направо в кровятку сходим, откуда шум. Дойдем вот до этой трубы, где кровятка на поверхность вытекает. А потом уже пойдем в Чуру. Здесь вот небольшой водопадик, перепадная камера. Поскольку поток, падающий сверху с подводящего коллектора, может разрушить основание отводящего коллектора, где мы стоим, предусмотрена водобойная яма, технологическое углубление, и балласт воды здесь гасит кинетическую энергию приходящего потока. Первая ступенька справа под водой. Но это с непривычки. Да. Ну вот, ребята, мы поднялись по такой вот лесенке и попали в коллектор более меньшего диаметра. Это мы сейчас потрясем транспортным кольцом, да? Да, да. Эта машина проезжает, небольшое колебание, люфт, заставляет крюшку хлопать по упорному кольцу, по обечайке. Слушай, то есть сейчас вылезти туда наружу, прямо вот вылезешь посреди дороги? Ну, не успеешь выйти, потому что как только ты сдвинешь крышку люка, на нее наедет машина, крышка перевернется на ушках и тебя оторвет голову. Ты будешь внутри, а голова снаружи. Да. Вот она, эта труба, которую мы с поверхности видели, из которой кровянка вытекала. Слушай, а зачем их так вот разделили, я не понял? Значит, смотри, дело вот в чем. Вот эти трубы, они просто поддерживают плотину. На самом деле, по ним течь ничего не должно. Положили трубы, на них поставили плотину. То есть эти трубы – это фундамент. Другой функции у них нету. Вот они выходят с моими концами. Да. Значит, трубы металлические. Постепенно здесь образовались отверстия. Вот, по-хорошему. Вот этой дырки быть не должно. И вся вода в сухую погоду должна уходить на пруды, которые мы видим. И по улице течь. Соответственно, когда коллектор принимает дождевую воду в себя, часть воды переливается, чтобы не переполнять пруды. А то, что вот здесь сейчас фигачит вода, это нарушение. Этого быть не должно. Пришли мы из речки Кровянка, это правый коллектор относительно меня. И сейчас пойдем в тот коллектор, который находится, расположен левее, это речка Чура. Надеюсь очень, что веревка нам поможет переправиться через большой водопад 4,5 метра. Зацепим лесенку, поднимем ее туда, если получится. Потому что, конечно, водопад можно и перепрыгнуть, но обратно тем же путем не выберемся. Ну, в общем, все сам увидишь. С ними все покажем. Так сколько нам идти примерно по километражу? Километр 300 до большого водопада.
По пути будут два маленьких, мы их легко преодолеем, они с наклонными водосливами. И потом дойдем до Отвесного и попытаемся через него переправиться. Честно, не знаю, получится или нет. Слушай, а что вот эти надписи означают? А был такой раньше квест популярный — «Ночной дозор». И вот дозорщики эти лезли всюду, куда можно залезть, пока у них люди гибнуть не начали. Ну вот, ребята, мы добрались до первого водопада. Здесь наклонный водослив, поэтому кажется, что нет элементов гашения потока. Однако видно, что вода сюда приходит с большей скоростью, но меньшим потоком по высоте. А здесь, наоборот, вода застаивается. Вот эта застаивающаяся вода как раз гасит кинетическую энергию приходящего потока. Смотри, мусор видишь под потолком? Вот это тоже нанесено потоком. И еще, видишь, идет колебание воздушное. Хорошая воздушная тяга, поэтому загазованности нету. Угу. Под землей плюс 10-11 градусов, на улице минус 5 сегодня. Вот идет за счет этого коллектор на повышение, идет тяга хорошая, как в трубе в печной. Слушай, ты хочешь сказать, что бывают такие моменты, что когда вода под потолок поднимается? Конечно, для этого же и делается вот такой запас диаметра. Рассчитывается площадь водосбора, пропускная способность колоссальная, естественно. Но бывают там раз-два в году заполнения, вот стопроцентные, когда, ну, так называемые тропические ливни. А сейчас идем. Характерный белесоватый цвет потека. Вот не везде такое есть, но если внимание обращать, на каких-то потеках, на каких-то протечках есть такое, на каких-то нету. Смотри, видишь, слизь как будто бы белая такая. Да, да. Это полезные бактерии, которые образовываются в сероводородной среде. Это идет подтекание сточной воды, канализация. Угу. Крупные фракции отфильтровываются через почву, а сероводородная вода сюда попадает. Вот в Москве раздельная система водоотведения. В канализации практически нет жизненного пространства, чтобы можно было походить. Нет притока воздуха, потому что у нас дождевая вода не отводится в канализацию. И очень высокое из-за этого содержание сероводорода. И вот в канализацию, если спуститься, у тебя ранка на руке какая-то или еще там ссадина, заживает за 20-25 минут. Вот просто во влажности в сероводородной воде. Серебро окисляется. И то же самое будет, если в Абхазии там, или в Тбилиси прийти в серные бани или на сероводородные источники. Серебро окисляется, все, значит, какие-то травмы, ссадины заживают очень быстро. Вот в Москве в канализации за счет этой сероводородной среды лечебная атмосфера. Ну и на природных источниках, скажем, где-нибудь в Краснодарском крае, например, точно такой же бактериальный натек будет. Ну, серьезно, что ли? Канализация, да, 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 это, ну, да, полезная среда для человека. Ну как, там другие опасности. Там может не быть кислорода, может быть сброс какой-то, там надышишься чем-то, какие-то бактерии дыхательных путей можно подхватить. Но что касается вот заживления тканей, то там это прям вот процессы ускорены в десятки раз. Здесь в Чуре, если весной замерить альфа-излучение, альфа-излучение, бета и гамма. Альфа-излучение — это природный газ радон. И вот, например, в Пятигорске, в Минводах, там радонолечебница есть, радоновые ванны. А сюда, если приходишь весной, снеготаяние обильнее начинает просачиваться грунтовые воды, и с ними сюда газ радон выделяется. Здесь, ну, эти дозиметры редкие достаточно, но если меряешь, то здесь, в принципе, излучение весной, вот сейчас уже, чуть попозже, сейчас в апреле будет, как в радоновой ванне, как в радоновых лечебницах. И здесь за счет этого респираторные заболевания очень быстро тоже проходят. То есть, если, скажем, радон попадает с грунтовыми водами в подвал и на первом этаже в квартире, постоянно высокое излучение — это вредно. А если, допустим, приходить к таким людям, у которых радоновое излучение высокое, там два раза в неделю чайку попить, то это получается полезные процедуры. И вот сюда тоже я хожу, там два раза в неделю, три раза в неделю, и отлично себя чувствую. В общем, подземелье лечит. Вот мы с тобой подошли к шахте вертикальной. Шахта большего диаметра, чем вот мы видели люки до этого. Эта шахта предназначена для спуска технического оборудования во время ремонта коллектора. И видно, как глубоко мы с тобой спустились уже. О, да. Вот здесь интересный момент. Шахта имеет кирпичный участок. В 1967 году, когда строили коллектор, его прокладывали по дну оврага. И вот там, где начинается кирпичный участок, уже была поверхность почвы. А потом, в 80-е годы, овраг спланировали, то есть над коллектором насыпали еще грунт. И получилось, что шахты надстраивали таким образом, чтобы они выходили на поверхность этих насыпных грунтов. Это, к слову, о том, что Москву откапывают. Посмотрите, по 8 метров идет планирование неровности рельефа.
Москву не откапывают. Просто в 20 веке чаще всего неровности планировались. В смысле, Москву, наоборот, закапывают? Москву закапывают. И когда мы сегодня видим реконструкцию, там, например, политехнического музея, и там видят там, на большой глубине какие-то, значит, конструкции, это связано только с тем, что в 20 веке шло планирование рельефа. И улицы, овраги, неровности были выровнены и подсыпаны. Вот здесь, допустим, подсыпка идет на 7-8 метров. Смотри, как высоко. Вот эта шахта 15-метровая, вот вдалеке там люк виден. Да-да. Поэтому, когда родители говорят своим детям, не наступайте, детишки, на люке, то это, в общем, вполне оправданно. Если что-то пойдет не так, и крышка там перевернется, можно очень-очень глубоко вниз улететь. А вот это вот водопроводная труба. Когда мы воду из-под крана набираем, мы, конечно, понимаем, что вода к нам пришла по водопроводным трубам. Но как выглядят эти трубы в дикой природе, мы зачастую не догадываемся и даже не задумываемся об этом. Вот пересечение коллектора трубой холодного водоснабжения. Вот это внешний футляр гильза, который защищает от внешнего воздействия при подъеме уровня в этом коллекторе в тюре воды саму водопроводную напорную магистраль. А это водопроводная магистраль идет. Вот сверху сбрасывается вода из метрополитена. Напор может быть разный, если в одну трубу выведены несколько насосных станций. Здесь самотечная труба подходит, а до самотечной трубы, соответственно, насосы поднимают уровень. Поперечные балки, водобойные блоки, они разрезают поток во время дождя. Но снизу идет незащищенная часть, и вот этот мощный поток, проходящий по нижней балкой во время дождя, загнул лесенку. Ага, держите веревку и проходите туда. Аккуратно голову. А это коллектор 1905 года постройки. Вот этот коллектор строили под железной дорогой. У меня есть фотографии того времени из инженерного атласа, где показано, что вот мы бы сейчас стояли с тобой на уровне земли. Здесь березовая роща, и через нее протекает речка Чура. То есть то, что вот сейчас мы заглянем в люк и увидим вот это пространство, это тоже насыпные грунты. А если бы мы оказались здесь 100 лет назад или там 130 лет назад, сейчас какой год-то, 2019? Да. Ну, 115 лет назад мы бы оказались здесь. Мы бы с тобой стояли на поверхности земли, а сейчас мы в подземном пространстве. Это вот тоже на тему того, что... Москву не откопали, Москву, а Москву закопали. Закопали. Но закопали в 20 веке, а не в 17-м, и не в 18-м, и не древние цивилизации. Гранитные блоки и белокаменный свод, видишь, идет под более поздний бетон. Да, 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 да. Я не знаю, ребята, что там у вас получилось по времени, а мы для того, чтобы добраться сюда, потратили примерно около часа. Да, 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 не меньше. Мы подошли к ТЭЦ. Вот забор ТЭЦ. А, это ТЭЦ, который дымил. Да, совершенно верно. И сейчас пойдем дальше внутри вот этой трубы к большому водопаду. То есть мы сейчас будем фактически идти под территорией ТЭЦ. Да. На что только не пойдешь для того, чтобы снять... Ради кадра удачно. Интересную историю, да. Ну все, ребят. Желайте мне ни пуха, ни пера. Я пошел вперед. Слушай, ну это было быстро. Я думал, будет дольше. А, мы просто преодолели маленький кусочек, да? Да, да. В общем, ребята, смотрите, какая история. Я не знаю, с какого момента перестала у меня снимать камера, потому что у меня села батарейка. Мы дошли вот до такого водопада. Высота его 4 метра. Данила уже залез наверх. И нам нужно положить лестницу для того, чтобы перебраться вот на ту сторону коллектора. Ну круто! Что сейчас надо туда лестницу положить, чтобы спуститься, да? Да, надо отвязать веревками, положить ее как мостик,
потом опять привязать веревками и попробовать по этой лестнице туда перейти. Понял. Теперь надо ее как-то положить сюда. Смотри, Данила, ай. Давай вот тот нижний конец затянем сюда наверх, на самый верх. На верхнюю балку вот тот кривой конец, а ровный конец положим туда. Давай. Коллектор. В общем, положили мы лестницу. Сейчас привязываем веревкой и будем перебираться на ту сторону. Мы сделали это. Есть в Москве такая речка, Синичка называется. Она протекает возле Введенского кладбища. И вот спускаешься в коллектор. Коллектор уже советской постройки. А вот в такое монтировочное ухо проушину рабочие при постройке засунули могильный крест. Видимо, когда траншею под коллектор копали, нашли крест. И, в принципе, его оттуда теперь уже не вынешь. В смысле, они засунули крест и сверху положили плиту? Засунули крест, когда не было потолочной плиты, и сверху прикрыли плитой. И получилась вот такая вот скульптура. Видите, такие маленькие паутинки. Хотя это, может быть, и не паутина. Иди посмотри, что это такое. Смотри, вот такие вертикальные паутинки. Паутинки, да, скорее всего. Да? Паутинка, да. Вон и паучок там сидит. Где ты видишь? Братан, ты как здесь, а? Ё-моё, тут же, наверное, ни комаров, никого нету. Чё он тут ест? Паш, ну вот это вот паучок, который паутинку сплёл, это маленький паучок. Он комарами питается. Я тебе сейчас большого паука покажу. Вот он, ребята, самый большой паук в Москве. Смотри, даже следы лап, видишь, видны? Вот чуть-чуть сбита ржавчинка. Да-да-да. Но не сильно, если бы человек прошел, конечно, сильнее бы осыпалось. Это он наружу выбирается? Наружу выбирается. Не так давно появился, вот здесь видно замазка цементом, видишь, каких-то трещин. И я думаю, что как раз при выполнении работ кто-то из рабочих, у кого нет арахнофобии, и кто хорошо понимает, как устроены пауки, но это, видимо, был рабочий энтомолог. То есть в отпуске, там, и выходные он энтомолог, ну, а так вот хватает, замазывает швы. Вот, и он решил изобразить своего домашнего питомца. Данила, вот просто обрисуй перспективу. Если мы пойдем дальше, что будет? Значит, мы пройдем еще около 3 километра вперед. Но мы уже около, наверное, 2.5 прошли с тобой. Около 3 можем пройти. Дальше будет разделение на 2 трубы по 1500 миллиметров в диаметре. По ним можно пройти еще дальше. Опять будет камера помещения. Там уже 3 трубы расходятся по 1200 миллиметров. И где мы окажемся? Ну и если мы там вылезем, то мы окажемся возле метро «Профсоюза». Дорога в одну сторону, в ту, у нас заняла примерно 2.5 часа. Обратно мы добрались, ну, за час, да, где-то дошли? Ну, примерно, да. Данила, спасибо тебе огромное за эту экскурсию. Вот хочешь, скажу свое мнение по поводу твоего всего мероприятия? Конечно. Вот реально чувствуется, что ты профессионал. Спасибо. Одно дело, спасибо, что ты профессионал, а второе дело, что ты любишь свое занятие. Потому что с тобой вот просто, ну, идешь, беседуешь, ну, не хочется выходить. Братан, я знаю, как хочешь ты там или не хочешь этого. Я в описании под видео оставлю ссылки на тебя. Спасибо, и спасибо, конечно, хочу. Люди, которые приедут в Москву и вдруг захотят себе такую экскурсию. А может быть, живут в Москве, я не знаю. Или живут, да, в Москве, я не знаю, как здесь круто и красиво. То переходите по ссылкам, там будет Данилин Инстаграм, я не знаю, страница ВКонтакте, сайт. Да, да, да. Да, звоните, пишите. И когда придете к Данилину экскурсии, обязательно передавайте от меня привет. Ну, мне будет приятно, ну и ему будет приятно. Мне будет приятно, да. И пишите мне в комментариях то, что вы были на экскурсии, или пишите мне тоже в социальные сети, в Инстаграм, ссылки мои тоже будут в описании. Ну и по сложившейся традиции, вы же не забудьте там поставить лайк, если вам понравилось это видео, написать что-нибудь в комментариях и подписаться на канал, если вы вдруг не подписаны. Короче, все, ребята, всем пока, до новых встреч, я вас люблю, ваш Паша, Road to Film.